Салют! С вами Даламбер, и мы продолжаем играть в Байонету. У нас на очереди глава 5, утраченная священная земля. Начинаем. Так. Долина Луны и Солнца. Окей. А на прошлом стриме мы заюзали какие-то вот это мы заюзали. А, и сейчас мы еще посмотрим новое. Магические приемы, особые приемы. Какие-то мы два приема купили. Брейк. А это только что был ворот в воздухе, помню. Портальный пинок. Окей. Хорошо. Манускрипт очередной. Долина Луны и Солнца. Детали. Ну, что пишет? Обладая невероятным могуществом, сияющие жрицы и ведьмы тени опасались друг друга. А сношения между кланами были введены к минимуму для поддержания баланса сил. На ежегодных мероприятиях полное солнечное затмение только избранным старейшинам кланов позволяло встречаться с другой группой, дабы провести переговоры. Должно быть, каждый клан, черпая силу от Солнца или Луны, принимал затмение как исключительное астрономическое явление. Два клана неразрывно связаны со своей противоположностью, как свет и тьма, укрепляли свои отношения во взаимосвязанных горных убежищах, святилища Долины Луны и храме Долины Солнца. Расположенные в труднодоступной и непроходимой территории эти области ограничились рядами каменных монументов, воздвигнутых в честь усопших. А большие статуи, изображающие ведьму и жреца, стояли в центре общей зоны и проводили границу между территориями каждого клана. Статуи стояли спиной друг к другу, а выражение их лиц словно отпугивало от вторжения любого человека, вызывая огромное чувство отвращения в его душе. Над статуями кланы встречались на ежегодных переговорах, придавая этому месту загадочную и любопытную атмосферу. Эти долины были не просто наполнены мемориальными надгробиями, тут также проводились тренировки по светлым и темным искусствам. Они были священными землями для обоих кланов. Сегодня статуи тени выглядят поистине жутко, так как огромное копье пронзило ее грудь. Если это произошло во время эры преследования ведьм, невозможно описать силу жреца, совершившего подобное. Понятно. Что-то у нас не хватает заметки по магии, по всей видимости. Порождение преисподней, что-то мы не читали. Мальфас это... Кто это? Это босс, который был? Загадочная черная птица, таящая в небесных просторах. Любопытный Мальфас знает все об окружающем мире и его тайнах. Увы, это стало причиной весьма грубого поведения любого встреченного. Любознательная птица разрывает клювом и
бритвенно-острыми когтями на очень мелкие кусочки. Это вроде которые маги мы заюзали для убийства босса, да? О, что там у нас по ангелам? А что по ангелам? По ангелам все. Говорит, что-то новое есть. Мужество. Это босс, да? Высшее духовенство средневековья полагало, что рай предназначен для сосредоточения всей божественной воли, в результате чего возникла соответствующая божественная логика. Понятие «главные добродетели» проистекало из этой логики и разделяло божественную волю рая на четыре больших группы. Эти главные добродетели часто являются физическим олицетворением великих намерений рая. Они известны как лагуна, вселяющая в людей трепет, олицетворяя храбрость и силу духа. Мужество изображали ужасным существом с огромным, ничего не выражающим лицом и двумя драконьими головами. Рассказывают, что по желанию он способен призывать потоки магмы, что мы видели как раз во время сражения с данным боссом. А возьмем плетку. Так, стоять. Смотреть, сколько? 3. Окей. Продолжаем. Так, что там у нас? О, будем хлестать теперь ангелов. А у него камбуки типа другие идут или что, я не могу понять. Ага, у него походу камбуки другие идут. Окей. По-любому можно его сломать. Так, а где у нас? А вон у нас ведьма пронзенная копьем. Точнее, статуя этой ведьмы. А Вигрид у нас сгорел, походу. Дотла. Но в этом виноваты не мы, естественно. Опа! Чуть не было. В этом виноваты были ангелы, господи. У меня всегда такое чувство, что что-то пропускаю. Можно найти башню залезть? Нет, по всей видимости нельзя. Но нам легче. Стоять. Ага. Чуть не было. Что такое? Это было изи, но урон я получил, к сожалению. А почему? I've got a fever, and the only cure is more dead ape. Your halo is mine. А, здесь. Your halo is mine. Your halo is mine. Your halo. Это в зависимости, видимо, от каждого нового уровня у нее новые анимации. Your halo is mine. I've got a... Но вот это мы видели уже. А. Руины земли познания. Хорошо. Дайте мне что-нибудь. Так, здесь что-то там вижу. Oh, my God.
Милосердие, слава. О, ай. Эй. Так. Уходим. Подожди, я же в воздухе могу беру. Да ладно. Уходим. Давай попробуем новый приемчик. Ну и как он? Им, походу, не очень. Бляха. Вот это нормально было. Да ёшкин зона. Ребята. Да фу-фу. Нет, как-то я плохо с ним справился, наверное, сейчас надо отъехать. Да, я, наверное, сейчас отъеду, специально отъеду, для того, чтобы побольше хп оставить. Потому что это не дело. Надо просто надо разыграться. Да, я знаю, что от каждой смерти у меня ухудшается рейтинг прохождения уровня. Давайте. Тут установлен мощный барьер. Что-то по ту сторону навевает странное чувство дежавю. Хорошо. Так. Пропустить можно? Да как ты? Так. Заходим. Ой-ой-ой. Так, я поменяю. Я поменял? Давай, добивай. Да ты определись, в какую сторону вращать-то? Опа. Ну-ка, давай. Быстро. Нет, в воздухе можно тоже... А, отлично. Ну, допустим, чуть-чуть получше, чем в предыдущий раз. Чуть-чуть. Еще, конечно, не разыгрался. Почему-то... Мне вот не нравится этот пистолет. Да
Блин, ну почему камбухи такие не проходят, когда я бьюсь? А соната для двух фортепиано до мажор. Окей. Давайте... Нет, не сюда. Данные ангелы. Что за ангелы? Милосердие и слава. Блин, там еще много ангелов. Вторая сфера. Милосердие в ореоле пламени и слава, повелевающая молнией близнецы и сопровождающие создателя. Оба они просто неуправляемые, и их часто представляют как богов войны, героически ведущих солдат рая в сражение со своими огромными когтеподобными оружием. А символом своей свирепости люди осознают возросшую духовную силу близнецов, силу, исходящую из благоговения, милосердия и славы. Так, ну, наверное, придется заюзать теперь. Что такое? Стих 4? Туда нельзя? No. Ясно. О, ребят. Ну. Он, по всей видимости, не умрет. Ой-ой-ой. Уходим. Так, чувак, ты где? Так, не падай, не падай, байонета. Зашел. Так, не надо это поднимать. Дудка. Дудку мы поднимать не будем. А вот демонов мы поломаем. Дроп какой-то. Очень несущественный вообще. Губки накрасить как раз, ну, наверное. Curious is how a child like you has kept afloat in this town. Huh? Name is Luca! And don't you think it's a little strange to be worried about my well-being? Sure, the Festival of Resurrection is peak security. The thing only happens once every 500 years, can you blame them? Besides, when you look as good as I do, security isn't a problem. But a killer like you, on the other hand, I'm sure you found a way. That little girl. I've seen her somewhere. She
freaking out on me. We both know you came here for something. But what you don't know is the closer you get, the harder it's gonna be for you to get away from me and what you've done. You'll have to fess up to it all. I can't wait for you to get your hands on whatever it is you're after. Let me guess, you want a cut. Well, if you're still alive by then, perhaps you can appeal to my generosity. Still alive? You may be standing right in front of me, but you're definitely not living in reality. Which is a shame, because the truth is always going to be the truth. All I see when I look at you, the real you, is the truth. The truth is, you killed my father. I don't care who believes me. They can't reject the truth. The truth will set me free from your black stain on my life. The truth will allow me to expose you to the world. Then, I'll have won. And I'll do it without stooping to your level. Because I'm not a heartless witch like you. Whoa, whoa! What are you gonna do? Kill me in plain sight? Go ahead. У кого на виду? You'll only prove everything I've said about you. Well, that and sadden the hearts of a number of young ladies. Claire, Trish, and Sylvia, and Amy. Oh, you don't want to piss her off, let me tell you. Hell hath no fury! Oh. А парень-то время не теряет. What the? И понюхал, как чем пахнет? Рука, которая была на жопе Аньки. Ну, а Анька как всегда троллит. О, опять у нас какой-то Собакевич непонятный. Новый. Бесстрашие, господи. Так, не надо мне здесь. Так, что тут происходит? Давай добиваем. Нет, он не умер. Так, стой. Нет. Окей. Один отшуршал. Ой. Давай, застреляй ему. И закрутим его мегатоном. Нормально. Да, хорошо прошли. Анька наша, не дали договорить. Троллит этого Чешира, который как Лука или как его зовут. Ну, пацан, походу, та не соображает, что, скорее всего, насколько я понял, на его отца напали
ангелы, которые пришли за нашей Анькой. Вот. А все, что видел пацан, как Анька стояла. Поэтому, по всей видимости, и подумал, что она именно завалила батю его. Так, у нас ангелы. Что? Ой-ой-ой. Давай. Двою за ногу. Да как так? Умри. Так, я забываю про эту атаку. Надо не забывать. Вот эта атака еще не стоит. Да как так? Бам! Собираем, собираем колечки. Как он что стреляет? Ашная игра подвисла нормально. А, круто. Кто знал, что надо это сделать быстро? Понятно, можно было все пробежать просто и... Очередная ворона, которую я не понимаю, что она вообще дает. И какой-то манускрипт. Небесные манипуляторы, детали. Давайте прочтем детали. Согласно сообщениям, священная долина Луны, ведьм тени содержит невероятные реликвии, указывающие, что долина служила тренировочной базой, где ведьмы оттачивали свои сверхъестественные темные искусства. Длинный мост, что ползет между ущельями долины, каменные круги, объясняющие астрономические основы, тренировочные залы, где порой смерть, цена совершенствования мастерства при жизни. Все это описывается в изорванных записях, которые я обнаружил. Не знаю, существовали ли они на самом деле, но величественная статуя ведьмы вдалеке означает, что легенды, прошедшие сквозь время, на самом деле кажутся правдивы. Среди многочисленных памятников культуры особенно загадочными являются небесные манипуляторы. Я уже объяснял, как ведьмы тени черпают силу из тьмы и сияющие черты из света, но я не упоминал, насколько их силы были велики во время полнолуния или солнца, стоящего в зените. Они создавали небесные манипуляторы, дабы влиять на движение Луны и Солнца. Устройства играли роль во врождениях важнейших ритуальных обрядов. Если верить этим историям, кланы даже могли влиять на процессы во Вселенной по собственному желанию. Силы ведьмы и жрецов не были обобщены. В то же время можно только вообразить, насколько мощными были их способности, как блюстители истории, что делает их полное истребление еще более ироничным финалом. Окей. Ой, там еще же что-то можно почитать. Ясно. Где там у нас ангел какой-то был?
бесстрашие. Бесстрашие относится к господствам четвертому рангу английской иерархии. Его власти над молнией боятся многие, поэтому как это инструмент божественного правосудия. Поэтому... Окей. Бесстрашие несет людям величие Бога. Почти все случаи природного появления молнии есть результат действия этих ангелов. Говорят, что у вспышки молнии есть божественный гнев, направленный против чревоугодников, а гром доносит до нас рев небес. Выходим. Похоже, ведьмы использовали это для наблюдений за звездами, несмотря на... Пятна ржавчины выглядит вполне... Чё, вполне? Исправны. Тут-то... Меня кто-то ест. Лето на дворе, меня кто-то ест. Так, секретик, секреты. Есть ли секрет? Нет секретов. Ой, сейчас чихну. Подождите. Подождите. Нет, не чихну. Ну, попью водички. Проверяем. О, хороша талоньки. Вообще прям. Огонь садится. И баба огонь. Отлично. То есть мои силы усилились, да? Так, у меня луна взошла, и я могу бегать по стенам. Для какой цели? Опять эти пацаны. Да нет, вот в воздухе лучше не... Не вовремя. Да как так? Ах. Уходим. Так, надо принять. Ах. Да нет. Ушел. Второй тоже. Чё-то летающие змеи люди. Гармония. А, хорошо.
Ну, не так же гармонично. Езжай, гармония. Да, вот это уже лучше. Захлестаем гармонию. О-хо-хо-хо-хо-хо! Бензопилу я еще не видел, конечно. Это шикарно было. Так. Бронза. Бронза это херово. Сонаты для двух фортепиано, окей. Ух ты ж. А как ее? Это я с этих чуваков вытащил, да? Да. Прикольно. То есть в зависимости от того, какое ты оружие взял в руки, такое добивание бы. Чё, это камень не ломается? Хорошо. Ну, вон там я вижу заход, а луны-то нету у нас, да? А. И вот что я пропустил еще. О, второе, да, сердце вроде бы? По идее, это можно вниз куда-то прыгнуть. Но нам нужно нафармить хилы, блин, их так мало. Я путаюсь в этом управлении, господи. Только одна, один только леденец, боже мой, один леденец. А, нет, у меня уже три сердца. Что за новые ангелы? Гармония. Гармония, ангел второй сферы, господство, имя которого ассоциируется с управлением независимостью и властью. Гармония представляет из себя особый символ мира. Говорят, что когда они появляются в нашем мире, что люди воспринимают их присутствие как свечение. Подобное северному сиянию, однако, если посмотреть из чистилища, то можно видеть, как гармония обхватывает людей своими распростертыми плавникообразными крыльями. Часто изображается с трезубцем, плывущим в небе. Гармония поручена оборонять небес. Обороны. Да, о, господи! В общем, в небе гармонии поручена барона. Небо защита самого рая. Боже, я не могу считать. Мне не нравится шрифт, и уже поздно.
лавки. Давайте бензопилу возьмем. Это сложно, это комбуха убивается, если честно. Так. Я понял. Дали кровавые слезы ведьм. Начиная с 5 века, всю Европу охватило безумие, трагическое событие, не имевшее прецедентов в истории человечества. Охота на ведьм, в результате темный клан ведьм тени навсегда был стерт с границ, со страниц истории. Используя своими древними магическими умениями, ведьмы наблюдали течение времени в пределах мира людей. Во всяком случае, они занимались этим до тех пор, пока не были охвачены волной преследований и не погибли под тяжестью жестоких обвинений со стороны людей. Горестные кровавые слезы женщин застыли и превратились в алые драгоценные камни, которые, как говорят в легенде Вигрида, рассыпаны повсюду. Эти камни наполнены скорбью, известной как кровавые слезы тени. По сей день жители Вигрида верят, что сотня камней, сложенные воедино, обрушат на землю огромное бедствие. Тем не менее, еще никто не видел ни одного из этих драгоценных камней. Сосредоточение воспоминаний о ведьмах. Для нас, для вас, их должны найти вороны, существа, чьи сердца находятся в согласии со скончавшимися ведьмами. Эти вороны являются преданными слугами ведьмы, защищают их слезы и не дают им попасть в руки людей. Все понял? Ну вот они, и что? Пять из 51 ворона поймано. А еще плюс дают за прохождение определенных глав. Это просто так? Не понимаю, нафига они нужны? Ну, допустим. Вниз можно спрыгнуть на эту платформу? Или я умру? Четвертый? Это четвертый был осколок? Это был первый осколок. Бывает. Так. Что там у нас? Да, ват, сходим, купим себе пару хилок, потому что, ну, они нужны нам. Иначе я откинусь. You really wanna make a deal with the devil? Relax. I'm just fucking with you. Давай, леденец. Блин. Мало колечек? Нужно больше колец. Окей.
должно быть, использовали во время тренировок ведьм. Нажать на них, скажешь, что делать дальше. Ага, ясно. Нам откроют дверь. Столб Ермунганда. А второй что-то не стоит. Столб Ермунганда. Внутренняя зона. Ну-ка, муши, разошлись. I've got a fever, and the only cure is more dead angel. Окей. Так, за колоннами у нас нема. Значит, двигаемся наверх. Что у нас наверху? Ролик. Это ворон был? А ты кто такой? Страсть. Ну вот тебе и страсть. Так. Вот и нету страсти. Захлестали страсть. Страсть была, страсти нет. Луна. Луна. Урон отсутствует. Ну, возьмем. Так. Допустим. Если... Это летучая мышь. Это тоже летучая мышь? Можно ее поймать? Нет, нельзя. Что здесь может быть? Что это? Охо! Так, вот надо выкинуть, Анька. Стоять. А вот откуда бензопила берется.
захлестали ангелка. Так, я сообразил теперь, откуда у нас берется бензопила. Да как так, я же ушел от него. А можно выйти? Нет, нельзя выйти. Я понял. Я почему-то подумал, что можно пробежаться по обратной стороне башни. Оказалось, что этого делать не. С самого начала вы что, издеваетесь? По сути, с самого начала, да? Опять они. Да, байонета, уходи. Да можно еще уходить, вроде нет. Фуш. Я же купил у ворот воздух. Вот так вот мы и просрали. Что там светится внизу? Ага, это Альхелем, опять эти испытания, которые невозможно пройти. Ну и что на этот раз? А опять вот. Сколько надо? Подожди. Не. Как отменить? Ладно, убивайте меня. Минуту, целую минуту находиться в воздухе. Вы что, издеваетесь? Уходи. Они издеваются. Кольца. Так, где еще? Ha!
Демоны у меня все тут. О. Отвалились. Все видимости. Вижу ништячок. Блин, это оказался не ништячок. Подожди. Окей, очередная поломанная. Мышь. Статуи поломаны. Не можем мы ничего сделать. О. Да, я не понимаю, как ходить от этой атаки. Вообще раскидали. Что делать, когда тебя бьют в воздухе? Вперед, вперед. Понятно, можно уходить. Добиваем. Уехал, мудак. Фу. Да что за... Что за отстой? Где, где все компухи были? Yeah.
меня сдувает. Но мы пойдем вниз, хочу посмотреть, что находится внизу. А внизу находится опять врата в Вальхельм, да? Чисто ради любопытства смотрим. О, за заданное время. Так, и у меня закончились, в принципе, удары. И даже не один ангел не отъехал, я не знаю, как проходить данные испытания. Возможно, их надо проходить на... Если прокачка остается в следующем гейме, можно их на следующий гейм пройти, не знаю, насколько надо быть проскиллованным. Так, я ни хера не вижу. Здесь у нас бродит дракоша. И есть книженция. Могилы ведьм в городе. А в Игриде множество наследий древности, среди них есть каменные саркофаги, использовавшиеся для почивших ведьм. Вместе со своими собратьями, наблюдателями, сияющими жрецами, ведьмы тени применяли свои невероятные способности, чтобы противостоять любому вторжению в Игрид. Получая покровительство ведьм, ведьмы соблюдали условия договора с преисподней. Когда же ведьмы уходили из мира живых, то сильнейшие из них почитали как хранительниц и хранили в каменных саркофагах по всему городу. Эти гробницы были надежно запечатаны, говорили, что только знающие ведьмину магию могут открыть их. Но даже во время охоты на ведьм, когда захоронения подвергались неудачным попыткам разрушить их, ни единая душа не смогла взглянуть внутрь и увидеть их содержимое. Существует предположение, что договор с демоническим хозяином имеет условия, по которому ни душа, ни тело ведьмы, покинувшей земную жизнь, не может сохраниться. Говорят, что традиции похорон ведьм теней были созданы именно по этой причине. Женщины бывало хоронили своих близких в заветных каменных саркофагах, чтобы уменьшить боль тех, кому суждено было попасть в ад, даже если от этого было мало толку. В наше время, не имея возможности сломать магическую печать, на гробах, на каменных саркофагах были наложены противовес печать солнца сияющих жрецов. Если бы случайно силе ведьмы суждено было вернуться в этот мир, эта печать помешала бы им открыть саркофаг. Это служит явным показателем того, каким гонениям подвергались эти женщины во время охоты на ведьм. В то время как местоположение гробниц ведьм крайне изложено выше, местонахождение гробниц сияющих жрецов остается неизвестно. Согласно оставшимся записям, они выбрали место последнего покоения у кровного уголка под названием «Долина Луны и Солнца». Говорят, сияющие жрецы, которые исполняли свои обязанности не во тьме, а на свету, покоится с миром в своей долине, покинув этот мир. А еще ходят слухи, что где-то в Игриде проводится исследование по излечению духовной энергии ведьм, отошедших в мир иной. Похоже, что судьба ведьм, теней и сияющих жрецов еще только решается. Могу? Не могу. Поэтому выхожу. Что там? О!
Так, все, сонаты для двух Фортпенов. Все части собраны, можно отправляться в ад и загнать нашему Блейду диск с песнями. Окей. Ох ты ж, у меня контроль разряжается. Не вовремя контроль, ты начинаешь разряжаться. Ах. Мы смогли? Бланш. По всей видимости, это наш босс этого уровня. Вдохновение. Как его бить? Ух ты ж. Да. Где ты, малыш? Блин. Хорошо. Наша птичка прилетела. Давай, откусываем башку. Кушай, кушай, маленький. Кушай, тебе питаться надо. Вырастешь большим, красивым птичкой. И сожрёшь весь мир. Обалденная игра, господи. Собираем, собираем, собираем. Серебряный урон много. Окей. Это все? А вот я вижу птичку. Блин, которая улетела. Птичка, возвращайся. Не знаю, что это дает. Какую-то силу. Опа, очередной нос. Ворота. What? 7 штук, господи, что так медленно. Жесть. Заходим. Давай посмотрим, что там за новое оружие нам сейчас наш дядя. Еще одна пластинка. Working me to the bone, but no need to pity me. I was bored anyways. Let me go. Давай, доставай мне. Доставай новое оружие.
a bit to pound into shape, but the workmanship solid. Now, go put this thing to good use. Дурга. А, ну понятно, это лапки эти. Альтернативная дурга, иониксовый розовый, блин, альтернативный, но у меня не хватает. Только все 10 тысяч, господи, сколько у меня этих, кстати. Одну возьмем. Я даже ничего не могу купить, вообще ничего, потому что у меня денег ни хрена нет. И сокровищ я не могу взять, потому что не стоит, да хрена, что за элегантность? Нет. Кул щедрый, блин, и костюмы хочу посмотреть, где брать. По всей видимости, надо проходить эти Альхейм, чтобы давали кольца. Надо было начинать игру на изи. Первое прохождение, такое чувство, что надо было на изи. Чтобы разобраться с управлением и со всем остальным. Так, вижу манускрипт, как его взять? А смысл, я же... А, ну ладно. Очередная книга. Родин и врата ада. Это место облюбованное преступниками и негодяями, где все решают деньги и власть. Здесь я обосновал свой офис. Те, кто упоминает его оригинальное название, сразу выдают в себе новичков, потому что бывалые обитатели этой крысиной норы все как один называют его просто свалка. Кровопролитные сражения и грязные споры о деньгах. Здесь обычное явление понятия беспокойства за... собрата для жителей свалки давно не существует. Стремление этих людей, то, что они любят видеть, не от мира сего. Они жаждут беспорядка, который может пробудить только оккультизм. И появление призраков, человек, пожираемый демоном. Это легкая закуска, пока они пьют и скачут по многочисленным питейным заведениям свалки. Это место, куда я прибыл в моем паломничестве в поисках знаний о мире свалка. Гнусное сборище всякого рода отбросов и мерзавцев. Обитель для всех, начиная с дельцов черного рынка, заканчивая доносчиками и охотниками на демонов. Но один из них чрезвычайно странен, его зовут Родин, владелец паба «Врата Ада». На первый взгляд он просто бармен, но ходят слухи, что на самом деле он промышляет торговлей оружием. Конечно, если такой человек, как я, посетил бы его заведение, вряд ли раскрыл бы все его секреты. Но царившие там обстановки могут сказать, что он опасный человек. В отличие от обычных главрезов, свалки он опасен по-настоящему. По сведениям многих коллег, для авторитетного человека Родин найдет любой клинок или пушку, если оплата его устроит. Это все, что мне удалось знать о здешних обитателях. Еще есть слух, что если войти в паб через черный ход, он снабдит вас вещами, которые не купить за деньги, или, по крайней мере, ходит такая молва в городе. Говорят даже, что эти вещи сделаны из материалов, достать которые можно только в аду. На свалке полно слухов, и если бы я не видел фреску реальности трех миров, основы вегрийской религии на стене у Родина, я бы расценил разговор о нем как обычный россказни. В любом случае, если бы у меня была возможность узнать его секреты, я бы узнал истину, по которой я так отчаянно искал, бесценные розыски в этом районе города. Дорога в могилу. Мне следует быть осторожным и не полагаться на волю случая. Хорошо. А что сказать могу по этому поводу? Походу, вот этот мужик, который сейчас болтается, это отец того пацана,
которого мы все троллируем. Сердечко еще одно? Отлично. Повышайся уровень здоровья. Да. Как бы сказал Джимми Червяк, то, что надо. Пули. Все. Ничего. Ой-ой-ой. Ой. Где ты? Да, повернись. Проверяем. Преграда распадается на части, постепенно сливая достаточно небольшого усилия, чтобы слететь. Хорошо. Что дальше? О, ты кто такой? Ты что за покемон? Так, ясно. Ясно. Ясно, что я проиграл. Почему Нин пишет, типа там, допустим, останавливается время и говорят, типа, беги, ран, ран, Анька, ран. Тогда я бы понял, потому что вот так вот мне вообще абсолютно не очевидно, что нужно делать. Куда бежать? Сюда бежать. Я понял. Вот сейчас хоть кто-то написали. Какая кнопка? Сальтоны. Сальтоны от Аньки Божественной. The only ones
meddling are your hapless minions. This will be taken care of in the manner I see fit. Your assistance is not required. Девка, девка. I suppose coming here has given you a second wind. Feeling better, Bayonetta? Анька, не Bayonetta. Who are you? And don't you dare say my long-lost sister. Sister? You've quite the active imagination. Сестра, ты мне. You and I once fought for the jewel upon the crown of the Umbra throne. And now that you've returned, my sleeping beauty, it is time to finish that fight. Тоже бэки покатились. No time for daydreaming. Можно вечно смотреть на несколько вещей, и одна из этих вещей, как дерутся девочки. А, только не говорите, что я еще буду драться. Я не хочу. Я бы лучше ролик еще посмотрел. Ты стрёмная. Ты даже мизинчик стрёмно оттопыриваешь. Ага. Да. Да. Уходим. Боже мой. Да. Как? Дай камбуху-то закончить? Вот она не дает камбуху даже закончить. Нет, у меня нету хилок. У меня нету хилок. Стоп. Да. Нет, 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 нет. На! Кто что мне пишет? Оу.
Сори, 5 сек. Продолжаем. Сначала. Блин, с самого начала вы что, издеваетесь, что ли? По сути. Прыгай там, ролик пропускаем. Да как? Да нет. Да ёб тебя за ноги. Да пиздец. Байонет ох. Господи, жесть вообще. А-а-а. Уходи. Да уходи, господи, ты что творишь? О, боже мой. Да, конечно, я опять сдох, твою за ногу. Что за жопа, а? О, загрузка, давай, это не ролик, понятно. О, с самого начала опять жесть. А вот это давай пропускаем. Да.
Ладно, здесь все быстрее справились. Нет, байонет. Нет, уходи, да тебе тебя за ногу. Нет. 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 Давай. Нет, ну чё за... А, байонета, давай. Нет. А, боже мой. О, господи. Это пиздец, блядь. Хелсов вообще не осталось. Afraid? Не испугался я. Соси песос. Да ты не готова к моему шикарному стилю боя. Да, ты стрёмная, точно, вообще стрёмная. Ясно. Свалило. Пантеры, приняв его облик, человек станет быстрым, как ветер. И сможет с легкостью преодолеть даже самые опасные утесы. Да. Вот киска мне по душе, конечно. Е, наконец-то мы прошли эту главу, пятая глава, утраченная священная земля. Сдохли целых 5 раз. Урона, да хрена. Наград 0. Ху-ху-ху, опять. Готов. Ждем тайных. Тайные, тайные, тайные. Где тайные? Бляха-муха. Mm.
Да как так вообще? 35, ладно. Купим леденец. И меняем на 50. 500 колечек. Сложный уровень был. Пятая глава. Блин, что там дальше будет, наверное, дальше еще хуже. Я не знаю даже. О-хо-хо-хо. Шестая. Врата. Рая. Ладно, всем спасибо за внимание. Спасибо, кто меня смотрит на ютубе. Все стримы, практически все стримы выкладываются на ютуб. Но не все. То есть прохождение все выкладывается на ютуб. Но стримы, которые не являются прохождением, типа PvP по Dark Souls 3 и BB, возможно, в будущем BB выкладываться не будут. Так что подписывайтесь на мой Twitch канал D'Alembert. D'Alembert, то есть. Все, всем спасибо за внимание. Увидимся на следующем стриме. Сайонара.